Казахстане не утихают скандалы вокруг компании «Оператор РОП», которая собирала утилизационный сбор за автомобили. После критики президента и закрытия фирмы один руководитель оказался за решеткой, а другой и вовсе свел счеты с жизнью. На этой неделе столицу взбудоражила новость о самоубийстве управляющего директора «Оператора РОП». 43-летний Руслан Шамшиев. Его нашли мертвым в рабочем кабинете. Он курировал правовые вопросы и проработал в компании всего год. Полицейские, конечно, не раскрывают детали произошедшего, но дело завели по статье «Доведение до самоубийства». А вот непосредственный начальник Шамшиева, председатель правления «Оператора РОП» Медет Кумаргалиев, в ближайшие 2 месяца проведет за решеткой. Компанию в СИЗО ему составит вице-министр экологии Ахмеджан Примкулов. Обоих подозревают в совершении коррупционных преступлений, но каких именно, следователи не уточняют. По некоторым данным, Кумаргалиева задержали при попытке покинуть Казахстан. Но его супруга, а по совместительству и общественный защитник, категорически это отрицает. Мой супруг оставался в стране и не собирался ее покидать. Выданная информация не соответствует действительности. Медет Кумаргалиев родился, вырос и никогда не намеревался уезжать из Казахстана. Он истинный патриот, многодетный отец и человек, который больше 20 лет посвятил себя экологии. Я, как общественный защитник, буду представлять его и бороться за то, чтобы справедливость восторжествовала. За справедливость и депутаты. Их заинтересовала финансовая деятельность компании. За 5 лет «Оператор РОП» собрал больше 600 миллиардов тенге с казахстанцев. Половина ушла на развитие отечественного автопрома. Еще 30 миллиардов заплатили гражданам за старые автомобили. Столько же потратили на самоутилизацию. Депутаты не досчитались по меньшей мере 180 миллиардов. И пока власти не ответят, где эти деньги, мажилисмены просят ввести мораторий на утилизбор в стране. Таким образом, о прозрачности процесса активного сбора денег частным операторам в течение 5 лет предлагается забыть. При этом вызывает справедливое возмущение, что публичные называемые суммы доходов РОП за 5 лет работы регулярно меняются. До завершения расчетов и организационных процедур по передаче функций государственному оператору необходимо объявить мораторий на взимание утилизационного сбора. Какой должна быть ставка? Как ее снижение отразится на стоимости машин? И почему злополучный экологический налог оказался виноват в подорожании продуктов? Динара Уркумбаева о том, как устроили «РОП-стоп». Борьба против утильсбора в стране стремительно набирает обороты. А начинали ее еще в прошлом году владельцы машин с иностранными номерами. Они требовали снизить ставку, утверждая, что иначе им никак не поставить на учет ввезенные из-за границы машины. Ведь сумма сбора фактически равнялась стоимости самого авто. И мы хотим также платить за эти автомобили налоги. И мы хотим, чтобы государство пошло нам навстречу. Чтобы дали возможность без каких-либо препятствий поставить эти автомобили на учет. То есть не за какие-то там колоссальные суммы. А то есть если сейчас установили у нас в Казахстане прожиточный минимум 42 500, пускай это будет входить в эту рамку, не переступая. Теперь, когда о проблеме заговорили на самом высоком уровне, утильсбор стал самой обсуждаемой темой не только в правительстве, но и на кухнях. Так что же это такое? Простыми словами, утильсбор – налог. Теоретические деньги, которые в будущем должны быть потрачены на утилизацию машины. Он существует во всех развитых странах. В Казахстане такая пошлина появилась в 2016 году, но с одной существенной разницей. У нас ее размер в десятки раз больше, чем в Европе. К примеру, там сумма утилизационного платежа на автомобиль колеблется от 50 до 300 евро. Это меньше 150 тысяч тенге. В Казахстане утильсбор начинается от 400 тысяч и доходит до 6 миллионов. Решение президента снизить ставки казахстанцы восприняли с восторгом. Люди уже готовятся штурмовать автосалоны. Уверены, что теперь машины станут дешевле. Безусловно, это будет лучше, потому что ставки все-таки снижутся. Раньше контролировала частная организация, в данный момент это будет контролировать государство. И мы надеемся на то, что наше государство будет стремиться к европейским стандартам. Правда, насколько именно снизят размер утильсбора, пока неизвестно. Автоэксперты называют свои цифры и приводят аргументы. Порядка 100-150 тысяч тенге за нерабочую машину можно выручить. Поэтому мы ожидаем именно такого порядка утилизационный борт, такого размера. Потому что все, что больше, это представляет собой как какие-то необоснованные окрутки. Мы ожидаем все-таки, что цены на автомобили будут снижены. Мы все-таки ожидаем того, что наш парк обновится. Мы не должны забывать то, что во время действия утилизационного сбора средний возраст нашего автомобиля приблизился к 20 годам. За 6 лет действия утильсбора в Казахстан действительно завезли слишком много автохлама. Купить машину в отечественных салонах может позволить себе лишь избранный потребитель, да и то чаще в кредит. Поэтому народ стал массово завозить авто из-за границы, преимущественно из России. А поскольку ставить на учет слишком дорого, как раз из-за грабительской ставки за утилизацию колесят по стране такие машины фактически нелегально. Поскольку своими неэффективными, неправильными, непродуманными, в конце концов, непрофессиональными действиями эту ситуацию допустили чиновники, допустило государство, власть, то оно и должно разгребать эту ситуацию, а именно оно должно позволить владельцам желтых номеров, армянских, российских, киргизских и прочих, они должны эту ситуацию разрешить и позволить им нормально зарегистрировать автомобили. Пожалуй, больше всего убитых российских машин в Актюбинской области. Здесь они сплошь и рядом. В основном везут из ближайшего Оренбурга металлолом. У Аммата Тажекенова приора 2011 года. Говорит, хотел бы купить что-то более достойное, но средства не позволяют. Поставить на казахстанский учет тоже слишком дорого. Вместе с остальными автовладельцами он выходил на улицу и тоже требовал изменений. Теперь ждет, что из этого выйдет. Вообще в обществе у автовладельцев требование было убрать утильсбор, вообще убрать. Все зависит от того, насколько он будет доступный населению. Если будут приемлемые цены в оформлении документов, тогда, я думаю, народ без проблем будет оформлять транспортные средства. Как ни странно, но даже крупные автодилеры выступают против утильсбора. Вопреки мнению некоторых экспертов, которые прогнозируют массовый поток серых автомобилей из других стран после снижения ставок, дилеры, напротив, уверены, что это едва ли не единственный способ повысить покупательскую способность. За 2021 год дилерские центры, входящие в группу компании OrbisAuto, заплатили утилизационного сбора на сумму 13,5 миллиардов тенге. В конечном итоге эта сумма легла на плечи покупателей новых автомобилей, потому что в дилерских центрах представлены автомобили, где в цену автомобиля входит утилизационный сбор, который составляет от 1 до 3,5 миллионов тенге. Если утильсбор отменят или сократят, мы сможем казахстанским клиентам предоставлять автомобили по более сниженной цене. Машины с автосалонов тоже должны подешеветь, ровно на ту величину, на которую снизится утильсбор, потому что это абсолютно надуманная, это абсолютно надуманная величина. Кроме того, я хотел бы добавить, что после того, как ситуация с утильсбором, утрясется, необходимо поднимать ситуацию о том, что надо уменьшать также регистрационный сбор. Он также неоправданно высокий и также очень сильно влияет на стоимость машин. Эксперты утверждают, за 6 лет действия в стране утильсбора цены на автомобили в Казахстане выросли более чем в 2 раза. И, как ни парадоксально, эко-налог, напротив, привел к ухудшению экологической ситуации, ведь автопарк постарел. Но это еще не все. Неожиданно выяснилось, что стремительно дорожающие продукты – тоже следствие грабительской пошлины. Утильсбор на сельхозтехнику оказывается едва ли не главная причина повышения цен на морковь и картофель. Правда, непонятно, почему раньше об этом фермеры молчали. Теперь выдвигают требования, просят ввести мораторий на утильсбор хотя бы на год. Скляр, наш вице-премьер, который должен за сельхозку, он высказался против отмены утильсбора по сельхозке. Тогда я выражаю мнение моей ассоциации. Я не знаю, коллеги мои согласятся или нет, нам такой вице-премьер не нужен. От имени Ассоциации животноводов Казахстана выражаем недоверие. Аграрии говорят, только в прошлом году заплатили оператору РОП гигантскую сумму – 30 миллиардов тенге. Сельхозтехника из-за этого подорожала почти на 20%. Но вот в правительстве прямой связи между ростом цен на комбайны, продукты и ставкой утиль сбора не видят. Девальвации. И то, что вот сейчас в рамках эпидемии ситуации, логистика дорожает, то есть множество факторов, которые могут сыграть на это. И, соответственно, тот же завод изготовителей, там, скажем, если у нас МТЗ здесь производится, скажем так, но машкомплекты из самой Беларуси. То есть Беларусь продает машкомплекты нашим заводам, по которым будут собираться, производиться техника. Эти машкомплекты могут изначально тоже вырасти в цене. Быть или не быть утильсбору в Казахстане станет известно в конце февраля. Пока новая государственная компания «Жаслдаму», заменившая частную оператор РОП, неожиданно объявила, что не будет принимать налог. Но это никак не связано с требованиями казахстанцев. Мера вынужденная на время следствия. Динара Уркумбаева, Елена Назирова, Айгерим Бухтаева, Зарина Ахмеджанова, Заурия Жайнакова, Мирамбек Симанов. Большие новости.